Добрый день всем. Очень рада видеть профессионалов в этой области. Значит, корпорация развития Краснодарского края, она, так сказать, ведет ряд профильных проектов на территории по развитию инвестиций. Вот. Но также она участвует и в программе развития кинобизнеса. И, в принципе, та программа, которая сейчас реализуется в Краснодарском крае, нами и была инициирована где-то год назад. За год она получила определенное развитие. Коротко. Ну, Краснодарский край является местом повышенного внимания из-за достаточно большого и интересного объема натурных площадок. Очень много заявок от наших российских киностудий и кинопродюсеров поступает. Ну, безусловно, минус нашей территории, что у нас очень крайне ограничен рентал. Вот, тащить на такое расстояние своей экспедиции проблематично. Поэтому в этом году было принято решение о создании масштабного проекта. Да, и мы тоже будем, как и Ярославль, строить свой киногород, кинокластер в городе Геленджике. Площадка уже отобрана, объем инвестиций порядка 8 миллиардов рублей. Поэтому есть о чем пообщаться. Да, и подход примерно такой же, то есть это город с капексами, со строениями, стилизованные под улицы российских городов, те, которые сейчас из натуры исчезают, то есть это и крымские города, там и Ялта, и прибрежные, то есть все эти районы. Значит, по срокам это где-то полное развитие программы к 2028 году, потому что достаточно большой объем работ будет требоваться произвести, и это комплексный проект. Это не только создание киностудии как таковой, с павильонными центрами, с подводным бассейном для подводных съемок, но также и развитие аттрактивного сервиса, создание центра туристической привлекательности. Что касается работы кинокомиссии. Кинокомиссия у нас работает с 2020 года активно. У нас есть система ребейтов. Буквально на прошлой неделе у нас было заседание очередной кинокомиссии, где мы подняли 20% ставку до 30%. В этом году у нас заложено 50 миллионов на ребейты. По итогам прошлого года мы сняли в регионе 25 проектов и выплатили по ним 38 миллионов. Мы сейчас также работаем в направлении создания своей образовательной базы, чего тоже нет, со специалистами второго состава, конечно, очень сложно для того, чтобы обеспечивать киносъемочный процесс. Будем рады сотрудничеству со всеми регионами в обе стороны, как вы к нам, так и мы к вам, потому что большинство проектов у нас федеральные. Своего продакшена практически нет, хотя у нас есть несколько киностудий, у нас есть Черноморская киностудия, но своего продукта регионального, съемочного, у нас как такового нет. У нас есть определенный объем документального кино, но тоже крайне ограниченный. Губернатор нашего региона активно вовлечен и поддерживает программу развития кинобизнеса. Здесь ему объяснять не нужно, зачем это и почему. Ну вот, собственно говоря, добро пожаловать в Краснодарский край. Буду рад видеть всех. Спасибо. Спасибо. Я еще один вопрос задам. Сроки реализации проекта в Геленджике есть ли? Да, я как раз сказал, что полностью к 2028 году, но площадка планируется к запуску опциона уже в текущем году, с июля-августа месяца. Сейчас идет выделение земельного участка под площадку, и определенная часть, у нас есть предложение по ренталу, нам готовы отдать в производство достаточно большие объемы, то есть мы в этом году уже будем создавать соответствующую техническую базу. Вот. И опционально эту площадку будем прокачивать от года к году в соответствии со стадиями развития проекта. Хорошо. Да, спасибо большое.